пакет бывший летась, покуль кухоцковолец знаходит справа, кого сдается Микиту Аусяника, то и, напевно, будет грузить у штрафную. Так, замитусился мяч, за его смагается Лынько, и что? Сергей отримливается пробить, находит по Паву, той на оперативный простор, где есть Микита Аусяник. И что, до Лынько доходит эта передача, але все ж таки не дошла, и она ратует свою команду оборонца на великих плей-офф. Почать выходить на поле Валер Макаревич, а зараз Лынько мел махчимость открывать лику матчи. Слава Попова опынувши становище поза гульнёй, але акцентовано показывал, что ён не удельничает в гульни. И вот сейчас самых небеспечных моментов для брамы этой команды. А покуль Аусянник знаходит, сдается Януша Ладудьку. Ти кого веншуют як раз таки? Сдается Януша Ладудьку, веншуют футболисты нашей команды. И что, на какой хвилине открываем мы лик? Сдается, на 19-й хвилине Крумкачи выходит наперед и роб... Отчувают, яны... Чего может каштовать сегодняшний матч? Лынько вельми, вельми грамотно, вельми вытончено. Гой лиги, позднее про это, бо Илья Зайцев на первых же секундах моя махчимость подвоить перевагу Крумкачу, как вы догадываетесь из моих слов, покуль лик на корысть минской команды. 1-0 в первом тайме. Панел тем часом левым флангом атака Крумкачу, Слава Попова с мячом на Зайцева, который подключился, есть махчимость, может быть, пробить нават. И не пробивая, а навешивая на голову коски намекает Илья Зайцев. Лик 2-0 робится на самом початку другого тайма. Замацовывают свою перевагу на табло наши футболисты и означаются тем, что называется худким голом. И зверните увагу на святкование Славы Попавы и коски намекает. И сардечко они адресуют на адрес пресс-службы Крумкачев. Завик сегодня миновито у таким комплекте выступает, а Крумкачи у черном комплекте формы. Аусянник, и это сдается пенальти. Да, видовочных это было и для меня, и для вас, я думаю, трансляции. Гэт... 3-0 робится лик на 55-й хвилине этого матча, мусить на самом початку этой хвилины. И Зайцев отзначается голом и, сдается, сдымаю еще пытание на конт пераможца этого матча, не глядя, страна не вельми теплая, не глядя на солнце, какое вы бачите. А тем часом Лынько классно выдает на Попаву. Слава закрывает, треба гэтый матч. Ну, сегодня не иди, напевно. Конечно, что с таким ликом 3-0 трошку поменьше у нас заузятора, но все равно добрая сотня человек за этим матчем назирают. Владимир Бушман гуляет на выходе, сама Дана трошку рискующая, але еще один заход от Бушмы. Некую серию перформансов ладить Владимир Бушман, напевно, пригадывающий, что Александра Бушман этот матч сегодня сдымает. Че напереди, хотя, сподіюся, все ж таки до этого не дойдет, не будет такой потребы. Слава, ну что, давай, забивай! На, сябры, я думаю, вы выдатно бачили зараз. Слава-то пробил. Техники не хапило, ти, может, отскок от газона был неудалый. Але еще одна навесная передача на Кухоцковольца, она была, пробивал от, за отскоком от газона. И что, сябры, нечто отбылось у штрафной, бо подказывают Костю Куиму. А мяч и такой режим ракеты включая. На во что было давать гэты свисток, червоная картка зараз, жарсти у нас запаливаются на газоне. И Гордейчика супокоивая, Лынько, Казека, бо, да, выдаление футболиста газовика, это их особистые справы, а нам крочить далее, у плей-офф. Что, выдаляя, конечно, футболиста газовика, головный арбитр. Не прости далее, вось не добравший как раз таки Сеню Старикова, Евгена Елизаренко. Але, ну, неблагие, великий ростер у нашей команды, хочется, можно и так сказать. И что? На зайздрость всем хейтерам и в тем лику Сергею Казеку, Слава Попава, означается сегодня все ж таки голом. И как раз таки под это слово, под это активное святкование нашего футболиста, как кажут, памятайте, такой гурт, ногу звяло, вот как раз таки ногу звяло у Славы Попавы. Ну и он сегодня, конечно, наслухался, напрацавался. Ну что?
Ось, класно. У нарезку можно было бы сказать, что свое портфолио можно покласть у Владимира Бушми, але...